Итак, еще одна информация, значит, теперь давайте попробуем настроить аптечку на исчезновение, а в следующих роликах информация будет, как настроить аптечку на вот этот, значит, исчезновение вот этих вот цифр при попадании, допустим, 50 это патроны, а 100 это жизнь, и как они будут убывать и добавляться. Но там уже нужен противник. Так, погнали. Значит, как настраивается аптечка? Так, находим. Находим аптечку, добавляем properties, пишем аптечка. Аптечка, Enter. Так, следом находим наш сенсор. Вот он. И на сенсор добавляем, значит, коллизию. Добавляем коллизию. Коллизия предназначена для аптечки. Так. И когда происходит столкновение, нам нужно сообщение отправить на вот эту аптечку, да? Находим месседж, находим, как называется вот это mesh. Это у меня непереименованный циркл, да? Циркл. И сообщение, ну, двоечку, да? Раз тут была единица сообщения. Так, вот он. Здесь единицу отправляли, а здесь двойку отправим. Ну, как бы, что сделать, да? Давайте это все дело подключим. И следом, когда будет столкновение с аптечкой, нужно, чтобы она как бы исчезла. Это значит VCBT. И вот так вот это все дело подключаем. Но исчезнуть она должна после нажатия клавиши E. Вот этой. Давайте ее тоже вниз. Зеркалку вот так вот сделаем. Почти одинаково, да? Так, есть такое дело. Следом настраиваем нашу аптеку. Вот эту. Аптечка получает у нас сообщение Message с надписью аптека. Аптечка. Так, это по-английски напечатал, сейчас по-русски. Мол, аптечка, ты должна быть видимая. А, стать невидимой. Значит, получаем visibility и подключаем. Также она должна всегда быть видимая до того момента, когда будет соприкосновение с сенсором. Добавляем опять же visibility, значит, теперь она видимая. Всегда видимая. Так, и теперь нужно добавить кручение. Добавляем append, добавляем всегда. Так, always, добавляем visibility. Не, не visibility. Добавляем properties, по-моему. Так, не, motion. Motion по оси Y. Тройка пускай. Так, ну, в принципе, все, да? В принципе, вот и вся настройка. Теперь 0 на numpad, открываем нашего персонажа. Окошко побольше, сделаем английское P, нажимаем, W, побежали. Тут вот E, можем взять ствол. Так, дальше бежим со стволом уже, значит, до аптечки. Мы больны, нам хреново. Подходим поближе к аптечке и нажимаем E. А ну-ка. Так. Так, настройка немножко неправильная. Значит, где неправильно, это на сенсоре. Я еще немножко вот это путаюсь. Где какая, как ее, видимость, да, значит, здесь она должна быть невидимая,
Аптечка подключена правильно. Так, значит, здесь она стать должна при нажатии Е невидимой. Так, ну, по-моему, так бы. Так, а ну-ка, П. 0 на нампаде, П. Погнали, еще добежим до этой штуки. Так, клавиша Е. Может, далековато ее поставил? Так, проверяем. Где-то, наверное, что-то забыл. Так, у нас происходит коллизия с аптекой. Аптечка получает, значит, сообщение и исчезает. Ну, тут все правильно. Значит, дальше. Так, здесь у нас сообщение аптечка получает, что она должна стать невидимая. Всегда она видимая. И значит, Алвай всегда она крутится по оси, значит, Y3. Так, ну, в принципе, все верно. Проверяем еще раз сенсор. Сенсор Е подключен. Коллизия. Так, а ну-ка проверяем, может, я неправильно назвал ее. Аптечка. Аптечка. Все правильно. Так, тут VCBT выключен. Так, проверяем, значит, аптечка. Алвай всегда видимо-невидимо. Так, это, видимо, это должна быть, стать невидимой. Мессендж. Так, сообщение с двойкой. Во, ошибся. Он получает, значит, от сенсора сообщение 2. Все, вот она вся ошибка. Так, значит, П. Погнали, еще раз проверим. Все берется, все нормально. Так, двери открываются на G. Можно заходить теперь в здание. Единственное, что еще камеру нужно настроить. А вот эта дверь открывается на F. Потому что когда две двери ставишь настройки на одну клавишу, они две вместе открываются и одна улетает. Пришлось, значит, сделать две разные двери. И теперь, короче, получается вот такая штука. Вот этот столб еще нужно убрать, чтобы туда можно было проходить. Так. Или этот столб сделать, чтобы как бы проницаемость была, да? Закрыть можно, значит, это G. Так, так, это F. Закрывается, F открывается. Побежали, посмотрим. Так, можно развернуться и нажать здесь, допустим, G. А, или это F. G. Все, дверь можно закрывать. Аптечку можно прямо вот сюда поставить, наверх, чтобы тут она крутилась, тут ее взять, а потом заходить, значит, уже, значит, в здание. Так, мельница вон крутится, винтовка крутится, берем ее и пошли пешочком, да? Так, что еще тут настроено? Прыжок на пробел. Так, табуляция, что у нас? Ну, тут мало пока всего. Так, Е, пробел. Походка назад. И покой. Вот такая вот штукенция. Теперь нужно заставить
противника в него стрелять и ему стрелять. Но тут уже как бы это будет первый тур, да? Он тут что-то будет собирать, что-то там у него будет тут происходить, какое-то задание, что-то будет, может быть, выискивать, собирать какие-то там артефакты. И потом через какую-то дверь он заходит в здание и попадает, допустим, во второй тур в этом же здании, выходит через другую дверь, и потом продолжается уже там он с винтовкой в руках. Так, давайте сразу покажу, как это будет, и потом сниму ролик попозже, да? Или можно на стриме посидеть будет. Наверное, стрим сделаю. Так, open. Открываем. Так, 0 на нампаде. Итак, вот у нас, значит, Мастерсон. Вот он стоит со стволом. Вот такая штука. Когда мы включаем английскую P и идем, допустим, у нас ствола нет в руках. Вот когда мы нажимаем E английского, у нас появляется ствол в руках. Потом у нас Q, он стреляет. Потом, значит, S бежит назад. Вот. На пробел он садится. Ниже, выше, вот, приподнимается, ниже, два нажатия, следом, когда он садится, Q, он стреляет, опять садится, ну, вот такая штука. Так, английская A разворачивается в одну сторону, D разворачивается в другую сторону, и тут вот нужно порешать вопрос, как происходит держание вот этой винтовки, да, как ее настроить, чтобы она постоянно была в руках. В принципе, если он будет к нам стоять спиной, там не принципиально, как он ее держит. Главное, чтобы он стрелял и совершались какие-то действия. Да? Допустим, вот, когда он стреляет, у него не видно винтовку. Так, если только будут еще боковые камеры какие-то, верхние, вот несколько камер в игре, то тогда да, будет как бы нужно винтовку подправить. Что у него еще есть? Табуляция, он ложится. Вот он лег. Еще можно поставить ему, значит, передвижение на W, допустим, какую-то клавишу, да, чтобы он ползал, мог переползать за какими-то ящиками. Так, что у нас с R нету? Так. S назад. Табуляция ложится, встает, приседает. Потом разворачивается, потом у него, значит, бег, а ну-ка, он бежит с оружием, вот видите, что видно, что не в руках у него. Так, и давайте посмотрим, как он, значит, будет заходить в здание. Это, значит, английская G, даст ли винтовка, да, все, заходит. У него, значит, может быть, еще давайте в банк зайдем. Так, значит, бег. Заходим в банк, смотрим, как настроены, значит, там двери. И потом сходим в его контору, где он шериф. Вот. Нужно разобраться, значит, будет с прицелом, как прицел выставлять, чтобы попадать, значит, по бандюкам, да? Так, это у нас G, а F. Так, а ну-ка. Открываются на F двери. И вот мы уже в банке. Так, вот такая тут происходит штукенция. Тут может быть прилавок. Подходим к какому-то персонажу, получаем какое-то задание. Там можно сделать анимации карет. Уже в каком-то третьем туре, допустим, когда он чисто на одной карете, да, там бой ведет, драку какую-то, карета едет. Но это, опять же, нужно все продумывать. Опять же, вот эти ловушки нужны, там всякая фигня. Так, и значит, вот он бежит, бежит, бежит. И погнали, сходим к шерифу.
Так, заходим к шерифу, открываем, значит, F и заходим, значит, в его контору. Здесь могут висеть у него какие-то стволы, кровать стоять. Итак, пока вот такой результат, значит, нужно теперь заставить при попадании убывать здоровье. Тут можно сердечко еще добавить, здесь патроны, рисунок, ну, этот как бы значок, да. Это патроны, 50 патронов, можно меньше сделать, допустим, винчестер 7-зарядный он был, или 6, не помню, 6 патронов давать. Опять же, как будет происходить смена оружия. Потом, значит, как аптечка будет добавлять, значит, здоровье. Так, а ну-ка, а где аптечка у нас? А ну-ка, пи. Так, и вот, когда он подходит, гражданин, значит, вот таким образом, да, все, вот он ствол взял и пошел. Так, эскей. Файл open, don't save. А где с аптечкой? А, аптечку я делал в другое место. Пардоньте, сейчас заболтались и немножко сбился с информации. Вот она, аптечка. Вот эта аптечка должна, когда ее берешь и убывают у тебя здоровье, она должна на какой-то процент их, как бы, цифры эти возмещать. Вот. Вот такая штука. Так, ну вот такая информация. Все, на этом всем пока. До свидания.